Так, ребята, нашел два плуга по дешевке за 20 баксов от МТЗ, стойки. На одном есть отвал, на втором ремех за 20 баксов. Вот. У нас в среднем 50 баксов за один хотят. Ну, подсмотрел у человека Discovery, вроде подписано у него. Самодельный трактор 2 по 35 тянет только так. Вот я думаю тоже либо 2.35, либо 2.30 сделать. Думаю, потянет. Не потянет, продадим. Думаю, потянет. Вот, и самое главное, купил сегодня, привез тапочки. Новые для... Это наперед. 76 высота, как мне надо. Блин, правда широковатые. 25 ширина, но думаю, на диск оденется, чуть-чуть поуже станет. Ну, я 131 взяла. Тоже как бы не дешево. В прошлый раз мне повезло, я купил за 40 баксов пару. Пару за 40 баксов. А сейчас мне обошлось $150 за два колеса. Ну, с дисками, с камерами, полностью в сборе. Вот. Есть тут микротрещины. Ну, как бы. Протектор почти новый. Вот. На этом даже вот бортик виден. На этом подтерлось, здесь подтерлось, ну здесь тоже бортик. Ну были протектор почти как новый, но трещины жесткие. Говорит, бери, типа нормально, но я побоялся. С сильными трещинами, хрен его знает. Вот как бы так, сейчас. Друг пообещал подвести, но с камерами вот все. Подвести диски УАЗовские. Вот, соберем на диски. Второй друг пообещал озоновские диски на эти 20-е колеса. И все, и можно собирать трактор. Как бы все, что мне не хватало, я привез. Как я уже показывал, что мосты, раздатки, кабины, рамы, это все у меня уже есть. Оставалась только резина, потому что неудобно собирать, когда мосты на колодках. На колесах мне как-то проще размечать. И хотя у меня размеры все осталось от старого, но все равно тягать эти мосты без колес тяжело. Вот как-то так. Так что думаю, что завтра, послезавтра, может, уже получится начинать уже по крайней мере, начинаю уже бортировать на диски. Вот, чистить все эти мосты, ставить на мосты, все это вытаскивать, раму начинать делать. Ну, начнем только обувать на диски резину. Все, как-то так. Всем пока.